Здравствуйте, дорогие мои румынские читатели! Я счастливый писатель, мне очень приятно, что вы меня читаете, и это большое счастье и большой подарок для меня. Спасибо вам огромное за интерес. Я уже была в Румынии, я ее очень полюбила, мне было там очень тепло и хорошо. Я должна рассказать вам два слова о моем романе «Симон», который скоро выйдет на румынском. О чем этот роман? Он о людях, которые живут свою непростую жизнь, мечтая о любви. Он о том, что нельзя таить обид. В нашей жизни встречаются разные люди, хорошие и не очень, те, которые нам делают больно, те, которые чего-то нас учат. И это очень важно, извлекать уроки и жить будущим и настоящим, а не прошлым. Это роман о чудесах, о преданности, о том, что никогда нельзя терять надежду, о том, что нужно оставаться в любой ситуации человеком. По крайней мере, мне кажется, что это самый тяжелый и самый прекрасный выбор – оставаться в любой ситуации человеком. Спасибо вам огромное. Я вас очень люблю.